Ясно, я там что-то есть немного с тобой, давай. Блин, что? Плохо мне. Привет. Катя, хорош прямой эфир, смотрите в школу завтра. Ксюша, привет. Спасибо. Два дня не спишь? Привет, Ксюш. А, так тебе и в школу не надо? Круто. А я когда поеду на в отпуск, я зайду в школу обязательно. Как я хорошо, замечательно. Посмотрела эфир. Я офигела. Я увидела анонс, и я офигела. От самой себя. Со стороны наблюдать за этим, это вообще жестко. Я иногда, знаете, вот на куда-нибудь в клуб, куда-нибудь, когда хожу, смотрю потом истории, которые я снимала, и просто все удаляю, а эфир удалить нельзя. И типа это на телевидении. Лучше не смотри. Лучше. А то я еще ужас. Которые вчера пришли, нельзя показывать. И вот это просто агитировать, аргументировать, это обязательно. Да, да. Это чувство, когда две новенькие участницы этот, разговаривают, как нужно общаться на проекте. Либо агитировать, как бы вот я вот, значит, это вот здание, которое Вообще, я узнала, что... А он со мной на заходе, кстати, был. Мы в один день зашли. Я с Никитой, с Захаром, с этим Даней зашла, а остальные уже ушли. Я смотрю про проект, я только узнала вот сегодня, вчера. Да! Вообще в шоке. Нет, Езус мне нравится, безусловно. Он, ну, он хороший, он очень умный, мне с ним очень нравится общаться, но я посмотрела анонс, это вообще ужас. Мне стыдно, мне стрёмно. Кошмар вообще. Вам Саша не ругаться? А у меня сайт, А, приписали, потому что он в отношениях с Миленой, а флиртует со мной, типа, общается со мной, типа, глазки строит мне. И вы сами видите, что на вечеринке происходит. Как бы пока его Милена ждет в комнате, он тусуется со мной. Почему у меня такие темные брови? Хотя бы начало надо стелить. Почему я только сейчас обратила на это внимание? Меня не приписывали. Я сама себя туда приписала. Это куда привела? Куда привела? У меня животик болит. Реально? Это было? Ужас! Блин, это капец. Я так Блин, я вообще в шоке сама себя. Нет, я по-моему сказала, а тебе ничего не смущает? Ничего, что она тут одна? Я помню, как я его привела туда. Какой у тебя рост? 163. Или 162, а может 150. Не знаю. Мне надо посмотреть сегодняшний эфир, капец. Мне так стрёмно теперь. Да нет, его Юра потерял. Потом отдали в городских квартирах у Рапунцеля. А после того, как я его взяла, его потом туда отнесли. Его туда отнесли, а потом его повезли в городские квартиры. Я тебе говорю, у Рапунцеля он был. А потом фоткались все. Да, помирился.
бывает оператор или бит. Ну, пускай лежит, потому что там... Сценария нет. Спокойной ночи. Я Даня, я Даня. Мне бы хотелось, чтобы туда не приехать. Но интересно, то, что Даня была в другой системе в клубе, в другой системе в клубе, и сидит такой... Марго уже на поляне, которую съел? Нет. Почему обрадовалась? Вообще, на самом деле, на Дане было присылать. Никита вон, там сидит. Не Юлия, не или пишите мне кого-нибудь там сами на выборку. Где Милена? На втором этаже. Вот Даня вообще хорошая. Вообще хорошая. Сидит тут рекламное агентство. Ну, а я же не говорила, кто это. Я пошла на кастинг 31 июля, 8 августа мне перезвонили. Ну вы там угорали, что вместе, я уже маме сказала, просто он такой хороший. Ну да, мы прикалываемся, ну как бы типа, ой, типа мы, у нас разница в возрасте 11 лет. Вот, а... Короче, я его дочь, а он мой папа. Ему нравятся более взрослые. За мной он просто присматривает. Братья мой. Набирают исключительно интересных людей. Аляна типа добрая, забыла как бы родину и всех ведущих напосылала, пили всех подряд. Но она пришла сюда хабалкой, она не скрывает этого. А то, что она изменилась благодаря проекту, это очень даже хорошо. Так-то я подошла, ему зажигалка, сексуальность присутствует, симпатичная, талантливая Ксюша. Мы пошли заниматься. Пойдем? А что ты не в телефоне? Боишься? Я не захочу, не хочу заходить, потому что негативных комментариев много было. И мама, и родители, и друзья. Я еще не делаю. Слышишь, что у нас? Расскажу мне. У меня была ситуация как раз вот перед этим. А я не помню, что я делала на кастинге. Я был четвер, неделю недавно. Мне просто интересно. Я и танцевала, и рэп читала, и что-то не делали. И в белье ходили мы там. Все вообще, все в одном флаконе. Я с полосами, а Мариана Солера, а Солера не только больше? Нормально, Саймон и две расстались. Этот монах бесит уже, вообще он достал. Распусти волосы очень красиво с распущенными. Я весь день с хвостом хожу, мне сейчас будет они не очень. Не кричи, Лёша! Это у тракториста. Что он делает? Кто? Кто он? А он что? А, монах это? Салат? Блин, Никит, я не знаю. Ты голодный, что ли? Ты голодный? Да. Что, никто не готовил? Блин, я не знаю, Никита. Я
креветки готовила. Это было в Анатолии? Да, он был, он приходил 10 лет назад. А, скорее всего, Юра. Мясо жесткое, короче, вообще его нет, это тот салатик, вот тогда мы пойдем. Но Бог все бронзы делает. Что он делает, играет на барабане и всех бесит. Плюс еще пальцем из сковородки ест. И шоколадную пасту пальцем общую ест. И ходит в одном комбинезоне уже неделю. Бесит. Мы очень хотим. Мы очень хотим его выгнать. Он вообще говно. Он не следит за собой, за своими словами, и он ужасный. Про тебя еще никто не знает. Монах этот, Костя. Да его оставили острова. Мы-то тут вообще ни при чем. Его острова оставили. Забудь напомнить Ляне, как она в кровь девочкам лица разбивала. Спасибо. Она все это знает. Бедная Ряска, вот именно, что мы уже жалеем просто ее капец как. Но зато в следующий понедельник вы увидите очень хорошее. Вон он ходит. Ты ходишь. Да. Ряска хоть что-то делает на проекте. А вот такие вот, блядь. Эля, ну почему так рано? Да. Он задалбывает просто. А можно еще минут 15? Ему 30. 10 хотя бы, да? Докушаю или дадим, можно? Все, ладно, я пошла. Никит, ты идешь? Да. А, давай, иди сюда. Только в эфир ко мне не лезь. Нет. Маришка. Маришка, солнышко, любимая, пожалуйста. Да не лезь ты в прямой эфир ко мне, да что? Давайте. Я богата нынче? Да, я изначально точно шла. Во сколько у вас телефон? Сейчас забираю. Вы спать сейчас? Да. Поздно ложиться спать. Но я сейчас скоро пойду. А, слышишь, мы пойдем в зал? В зал? Я не знаю, я буду наступиться. Вот это утро. А ты пойдешь? Ты хочешь? Вот не надо на меня сваливать. Хорошо, мы с Ромой поговорили и решили. Они с Мариной поговорили и решили, что в зал мы пойдем завтра. Сегодня мы в зал не пойдем. Вы нашли базу, я вас искала. Я не смотрю. Конечно, Леша, конечно. Здрасте, мордасти. Все про этот эфир говорят. А! Ночь ходить в зал? Ну, мне тяжеловато, я не спаюсь. Не, так нормально, я засыпался, но... Ну, ты прям не можешь спать. Не, я засыпаю, просто у меня все, просто ритм. А я не знаю, какая серия была. Нет, нормально, походу. Просто надо привыкнуть. На ночь, да. Нет, сейчас уже поздно. А, все здесь ходят, нет, на ночь. Хотя бы до 12. Почему так серьезно с телефоном? Потому что... Безос, когда завтра пойдешь в зал, скажи нам. Безос, завтра, когда пойдешь в зал, скажи на проекте? Мне. Нет. Нет, Тата нет на проекте. Леша, вот у нас кто, эксперт по Тате. Тата на проекте? Тата, нет. Пока что нет. Но, быть может, когда-нибудь тебе не стыдно? А я знаю, может, она придет кому-то, я тут знаю. Но он не ко мне. Я с Миленой, мне нравится Милена. Все, иди отсюда. Ну, там... Уходи, ну, давай. С Лерой немножко общались, когда общались, но у нее теперь это новая позиция. Че ты врешь? Сейчас ко мне никто не придет. Приходите к Лерочке. Бокалы в самых лучших ресторанах, не боясь нотации. Сдаешь телефон? Не боясь телефон, за эту шутку получить 15 шуток демобилизация. Кто смешной?
Иисус? Вот именно. Нет, коза не захочет, козел не вскочит.